Ой, а как это идеальное утро? Ой, проснулся, живой! Вот тебе идеальное утро, живой, проснулся! Питер меня принял в свое время, но не полюбил. Чувствую себя здесь гостевым человеком. И тут не надо шутить и кокетничать. Я просыпаюсь и понимаю, что мне скоро уезжать домой. Дорогие друзья, хотите, чтобы день хорошо прошел? Скажите себе, что день будет замечательным. Как проснешься, как скажешь, как захочешь, как повелишь, как нам нафантазируешь, так и будет. И враги не помешают.